Не нарушаю традиции, друзья. Первый 100 комментариев с удовольствием отлайкаю. Ну что, друзья, как говорится, от любви до ненависти один шаг. В общем-то, в чем история? Совсем недавно вышла сборочка Рибери, которая стоила 400 тысяч. Я немножко негодовал, потому что его карточка нарушителя стоит на рынке 500 тысяч, тут сборка 400, хотя по статкам он вроде как-то круче выглядит. Но на самом деле не все так очевидно, там ловкость у сборочной версии покруче будет, передатчики получше. В общем, к чему я веду? Я немножко засрал эту сборочку у себя в телеграм-канале, и спустя какое-то время я решил все-таки собрать себе эту карточку, посмотрел на остатки и решил, что не так много игроков с пятеркой на финтах и на пятерке на слабой в этой части FIFA, и поэтому сегодня будем тестить эту новоиспеченную карточку. Собрал я его отчасти, потому что у меня было слишком уж много антрейда в клубе, и, собственно, будем сегодня его тестировать. Не давайте вас познакомимся со своим сквадиком. На воротах Куртуа, справа у нас Карвахаль, которую я прикупил с мыслью о том, что он апнется. Центральный защитник Арауха, 236 тысяч. Второй центральный защитник Ким Мин Джае. Статки прикольные, сегодня будем его тестить. Слева ЛЗшник Минди, 275 матчей он у меня уже провел, просто гений своего дела. Справа еще одна карточка 5+5, которая у меня есть в клубе, Дембеле. Центр поля это Бен-Насер плюс, собственно, Парк Джисун. И, собственно, Аль-Ой-Варан и на форварде Эрнандес. Но в самом матче все будет выглядеть вот таким вот образом. В атаке Рибери и Дембеле, и Эрнандес будет играть на фланге. Тоже такая сомнительная себе карточка, но в последнее время я какой-то перфекционист. Мне важно, чтобы была 33 из 33, вот так вот. Ну и, собственно, всех поздравляю, друзья. Чемпионат мира, наконец-таки, стартовал. Самые крутецкие матчи видите у себя на экране. Вы также можете сделать свою ставочку моих хороших, легальных друзей из компании Пари. У них есть отличный, высокотехнологичный сайт, суперское мобильное приложение. А если вы, друзья, пройдете верификацию до конца, еще получите шикарный бонус фрибет на 1000 рублей. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет в описании. Кстати, зацените мою формочку за 5000, недавно в бронзовом паке поймал. Так, что у нас тут по сквадику, смотрим. Так, АПЛ-ка, Лига 1, много красных карточек, Мбаппе, блять, ну просто охуеть. Так, ну собственно, поехали тестить Рибери. Конечно, пейса хотелось бы побольше, 89 это не предел мечтаний, но за счет дриблинга, я надеюсь, он будет вывозить. Вот так вот, крутимся. Дальше. Так. Так. И на нахуй! Вот это я разыграл. Киберспорт, Дембелешечка 1-0. Так, пацаны, стоять. Блять, у меня там что, в очко прошло, что ли? Как-то... Ладно, хорошо. Блять, только что 1-0 вел, все, Мбаппе разъебывает. Хорошо, Рибери. На нахуй, Рибери! Вот ради таких ударов я его и брал. Финтик в тайминг я еще сделал. Хорошо, 2-2. Быстренько отыгрались. Этот выпуск я постараюсь без какого-либо негатива и хейта отыграть. А то последние ролики что-то у меня какие-то слишком уж агрессивные были, если вы не заметили. Я думаю, заметили. Так, Тео Эрнандес на Рибери. Хорошо. И Рибери! О, боже мой, ну... Ну, интересно, решил разыграть... Интересно, бля, все как по нотам прошло. Просто, блядь, ничего сделать не могу. Ладно, все, похуй. Сам виноват, едем дальше. Давай, 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 давай. Перекидывай. Хорошо, быстренько отыгрались, залетит же. Фу, слава богу. Так, Рибери молодец, слушайте, дубль уже оформляет. 3-3, что за сумасшедший матч, друзья. Рибери. Да, сука, бля, как долго он думал. Он как будто затормозил в моменте. У него там искусственный интеллект как будто отключился. Надо как-то попробовать реализовать! Блять! Так, ну чё, ГГ, друзья. 3-3, эпичнейший матч у нас получился. Рибери пока радует, друзья. Два голешника забил. 7-2 оценка. Лол. Так, что есть у нас? Тамори, Рикардо Карвальо, Папин, Бест, Криштиану Рональдо. Окей. Так, Карвахаль, ну не обосрись. Ну ты... Какой медленный Карвахаль, кажется. Хотя... С бустом стиля сыгранности. У него там пейс 90 с хуем. Пиздец, блядь. Опять начало, блядь, просто восхитительно. Я не знаю, может я выбрасываю сильно, блядь, за своих ЦЗшников. Я чуть не понимаю. В последнее время что-то много пропускаю. Но вот что это за зоны? Просто, блядь, проходной ебаный двор, блядь. Ну, пиздец. Удар низом.
Да иди нахуй, бля. В последнее время что-то ударнизом не так имбово летит, как было до патча. Очень много промахов. Поэтому я его не так часто в последнее время использую. Вот сейчас решил использовать. Казалось бы, супер убойная позиция. Он просто мимо бьет, блядь. Так, что, читерские навесы? А вот читерские навесы еще не отключили. Поэтому я довольно-таки часто забиваю с угловых. Не, Карвахаль как будто прям очень плохо по скорости. Я не знаю, блядь. Эти стили сыгранности вообще нихуя не дают, как мне кажется. Как же охуенно. Сейчас сыграл, блядь. Ну забить-то, блядь, можно. Ёбаный Рибери, блядь. Кусок. Ладно, все, я спокойно. Пиздец, блядь. Ай, блядь. Какой шедевр. Сейчас чуть не залетел. Так, надо, короче, лонгшотики за Рибери херачить. Он их, судя по всему, бить умеет. Так, Рибери на фланге. Крутит, вертит. Да блядский последний удар сделай. Ну ебаный твой, все. Давай, 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 Айль Варан. Хорошо. Хорошо, Рибери. На! Просто реализация позорище какое-то. Блять, Арауха чуть дубль с углового не сделал. Ханк, Рибери, давайте затестим твои навесы. Сука! Арауха должен был еще один час забивать. Короче, Арауха на угловых это прям имба. Он прям вылетает, выпрыгивает, блядь, ебанутый. Давайте еще раз попробуем. Блядь, снова выиграл вверх. Пожалуйста, ну кое-как заковыряли, блядь, с таким трудом, нахуй. Давай-давай, Кеза, свеженький, свеженький Кеза. Свеженький Кезе. На! Хо-хо-хо! Бучман в девятину слета. Кто это? Чё за бомж, блядь? Выпустил какого-то бомжа быстроногого. И он нахуй чё забивает. Так, я еще раз хотел эту красоту пересмотреть. Чекайте. Просто чекайте. На! Прям в девятку. Чё за тип? Слету. Так, удары верхом 65. Понятно. Так, состав третьего соперника мне почему-то не показали. Хотя я вроде не прожимал. Ух. Ой-ой-ой, вот это беда, блядь. PS-99 летит. Очень быстро летит. Ого, настолько быстро, что улетел за борт. Бля, они вдвоем меня прессингуют. Вдвоем, конечно, попроще играть. Ну, если ты знаешь, конечно, своего, так скажем, коллегу, с которым ты играешь. Так, у меня тоже есть PS-99. Ты чё как хотел? Бля! Да бля! Какой нахуй Тео догнал моего быстроного? Ладно, Тео тоже быстро. Ну нахуй! Да бля, пацаны, ну когда вы начнете реализовывать все? Короче, делаем вот так. Принимаем. Ебать, прием. Какой заброс на Рибери. Рибери. Перекидывай. Вот так вот, аккуратненько. Пам. 1-0. Второй гол уже забивает. Я все боялся за его пейс, но, как показывает практика, бегает он довольно-таки неплохо. Блять, Далглиш, как его догнать? Тут Карвахаль опять обсирается. Бля, у Карвахаля большие проблемы с пейсом. Но он вообще нихуя не чувствуется. Ну вот прям от слова совсем. Очень медленный какой-то. Может из-за его модельки это так все выглядит? Хуй его знает. Рибери. На! Блять. Сотряс перекладину, сука! Ёбаный рот. Хорошо Арауха сожрал. Арауха легенда. Очень нравится. Я в ахуе, блядь. Ай-яй-яй. Кто-то провал. Ух, хорошо, блядь, кипер сыграл. Куртуа лучший в своем деле. Хорошо. И надо уебать. Да, конечно, прям по центру надо уебать. Ну, я в бок жму. Ой, блядь. Очень скучный матч, на самом деле. Нихера еще не происходит. Ладно, подаем. Арауха. Блядь, Арауха реально гений на угловых. Вообще все выигрывает. Так, ну и Карвахаль, тормоз. Посмотрите, как его ебут. Блять, это как? Ну, такая гигантская разница в пейсе сейчас была. Просто пиздец. Блять, он все-таки забивает. Я в ахуе, блять. Пиздец просто, блять. Да, вот, блять. Хотел бы я что-то плохое ему пожелать, но, пожалуй, я его просто обыграю.
Все, блядь, после такого празднования твой рот сейчас выебу, блядь, урод, блядь. Танцевать он вздумал, блядь, ща потанцуем, нахуй. Просто, блядь, чё я тебе плохого, нахуй, сделал? Я забил, блядь, и сразу скипнул, блядь. А ты, блядь, как уёбок, блядь, дэнсишь, блядь. Хуйню мне эту свою показываешь, блядь. Шерсть, блядь, ёбаная, блядь. Этот выпуск я постараюсь без какого-либо негатива и хейта отыграть. Шерсть, блядь, ёбаная, блядь. Ну это было очень близко, блядь. У меня аж дыхание, блядь, нахуй остановилось на время от такой красоты. Давай, салахич, свеженький. На, блядь, соси, блядь, уёбок, блядь. Просто соси, нахуй. Соси, блядь, давай я тоже потанцую. Танцы, где моя, алё, блядь. Блядская игра, я хотел потанцевать ему. Так, Рибери подходит к мячу, я ни разу не... Ладно. Отсоси, просто, блядь, отсоси, блядь. Просто отсоси. Я бы сейчас ударил штрафной, но я как-то слишком быстро разыграл, нажимая на крестик. И на нахуй, блядь, вынимай. Рибери, блядь, что за карта? Я прям в восторге. Ха-ха! Найс трай, как говорится, братишка. Найс трай. Я еще постою вот так вот, побешу вас, блядь. Давайте, блядь, нахуй. Празднуйте дальше, блядь, своим вот этим вот уебанским токсичным празднованием. Так будет с каждым, кто будет выебываться. Вот так вот делаем. Здесь можно еще один забить. На, нахуй, отлетайте, два бомжа, блядь. Всего доброго, как говорится, ребятишки. Рибери 4 голешника забил, блядь. Когда они эту хуйню пофиксят, блядь? Дефир, вратарь, блядь. Ну, пиздец, сколько? 2 месяца уже прошло, если не больше, с выхода FIFA, блядь. Они эту хуйню пофиксить не могут. Ну, что за конченная контора, блядь? Так, Рибери, респект. Салах, кстати, тоже. Типа 2 ассиста, вышел замены и захуярил. Ну что, друзья, я думаю, на этой позитивной ноте можно закончить данный видеоролик. Что хочется отметить? Арауха классный, этот Ким Минджая вообще ни о чем. Ну, как бы я его не особо прочувствовал. Может, он, конечно, и делал там какие-то перехваты, но как-то особо не был заметен. Карвахаль супер медленный. Не знаю, скорость рывков 90, с бустом там 98 получается. Но бегал так, как будто у него пейс, блядь, я не знаю, 85 по ощущениям. Так что эта карта точно на помойку у меня уйдет. Собственно, что по остальным игрокам сказать? Эрнандес, ну, типа, 1 ассист дал. Как-то не особо он, короче, заметен был на фланге. Про остальных ребят вы плюс-минус все знаете. Ну и Рибери. Я в восторге. 3 матча, 7 голов. Супер карта. Метовая, бегает, голы забивает, лонгшотики прекрасные. Таланты имеет. В общем, я не пожалел, что я за 400к собрал его. Хотя изначально плевал с этой карты. Так что... Так вот в жизни бывает, но составчик пересобрать придется, потому что Эрнандес на фланге — это такая себе идея. Он какой-то не очень поворотливый, плюс финтики трешечка, мне это не нравится. Но при этом нужно сохранить сыгранность 33. В общем, буду думать, как это все покрутить, повертеть. А так что, остался доволен? Если вам понравился этот видеоролик, оцените его вашим лукасом, оставьте классный комментарий. С вами был я, Пандос Фиксающий, всем хорошего настроения. Чао, какао.